Проект, о котором так много говорили, стартовал. Первые два кастинга шоу «Школа. Мы ищем таланты» уже прошли в учебных заведениях номер 38 и 107. Показать свои умения в постановочной хореографии, вокале и оригинальном жанре по самым скромным подсчетам пришло более 200 школьников. Целый день на площадке работала и съемочная группа телеканала МТМ. Мотор, поехали! Первый кастинг шоу проекта собрал в 38-й школе более 60 участников. Были среди них вокалисты, танцоры, фокусники и не только. Школьник Андрей Шулаков решил продемонстрировать цирковое мастерство. К участию в проекте талант относится философски. В первую очередь хотел бы, чтобы тренера, учителя, которые меня продвигали, гордились. Ну, а во-вторых, чтобы молодежь, которая просто тупо сидит за компьютерами, знала, что есть новый жанр, которым можно заниматься, а не сидеть просто за компьютерами. Я очень сильно волнуюсь за него, чтобы у него все получилось. Хотелось бы, чтобы показал все то, что он умеет. Оправдал свои надежды, будем говорить так. В шоу предусмотрены 3 первых места. Награду за победу в оригинальном жанре судьи держат в тайне. А вот призами за вокал и хореографию станут дуэт со звездой и участие в международном танцевальном фестивале. Скажи, пожалуйста, с каким бы из известных артистов ты бы хотела оказаться на одной сцене, если выиграешь это шоу? Ну, наверное, с... Ну, я не знаю, я как-то особо не задумывалась над этим вопросом. Может, вместе с Владом Ямой? Нет. Не меньше участников было и во второй день кастинга. Он прошел в 107-й школе. Организаторы признаются, такого количества желающих проявить себя даже не ожидали. Особенно порадовало качество номеров. Мы, честно говоря, и плакали, и смеялись, и хотелось танцевать, мы и подпевали. Ну, дети, конечно, нас порадовали. Дети у нас только из 2 кастингов мы уже видим, что детей очень много, а есть еще больше, и все они талантливы. Не осталось равнодушно и жюри. В его состав входят заслуженные работники культуры, представители дизайн-студии, профессиональные вокалисты, танцоры и участники всеукраинских талант-шоу. Все они пророчат проекту «Школа. Мы ищем таланты» большое будущее. Потому что, судя по просмотренным номерам сегодня, достойно. То есть мало того, что количество, но количество, переходящее планов качества. Вот. И я думаю, что у этого проекта очень большие перспективы. Я надеюсь очень сильно, что в будущем он выйдет на более глобальный план. То есть мы должны захватить галактику, должны просто всех детей планеты находить самых таких звездочек и раскрывать их просто по максимуму. Попасть на шоу «Школа. Мы ищем таланты» может каждый житель Запорожья от 6 до 16 лет. Кастинги продлятся до 15 февраля. Победители объявят 1 июня на каскаде «Фонтанов Радуга». Следить за поворотами шоу можно на телеканале МТМ. Премьерный показ проекта состоится уже 5 декабря в 18:00.